Здравствуйте, друзья, товарищи. Мы в Белграде. 2 года не было такого обзора. Икея. Ностальгия. Мы про это во влоге рассказали, во влогных сериях. Да. Я не знаю, конечно, где мы будем искать. Ну, это будет уже отдельная серия у нас. Да. Нас с вами ждет большая прогулка по Икее Белград. Мы без микрофонов. Без макияжа. Как в старые добрые времена. Ночи довольны. Поэтому не переключайтесь. Дима, как ты любил говорить, берите чаечек. Вы завариваете литр чая, 2 батона. И погнали. Много колбас, мягкое кресло. Ну, я думаю, часик мы точно будем. Если не больше. Хочу немножечко, Дима, не знаю, видно или нет, на таком расстоянии. Обратите внимание на рекламные билборды. Кровать middle. Блин, ну не знаю, наверное, не видно будет. Ну давай поближе подойдем. Давай поближе подойдем. Нам интересно, кстати, цены и ассортимент. Что изменилось за 2 года? Что добавилось нового, то, что мы в руках не держали? Ну, кровать middle, это, как говорится, классика, да? Без акции получается 29, по акции 19, ну, 20 тысяч. Минусуйте примерно 10%, получится российские деньги, то есть 18 тысяч. Арстит торшер, он в принципе в России также примерно и стоил около 5 тысяч. На текущий момент ощущение, что ценник примерно как в России в 2022 году. Слушай, ну такое ностальгию. Вообще. Ну, такой пчелки у нас не было. Такой пчелки у нас не было. Много чего появилось интересного, нового. Мы, получается, в самом начале входа в магазин. Магазин очень походу напоминает стамбульский. Также на 2-й этаж. Эскалатором. Понятно, что много появилось разных игрушек, цветовая гамма. По ценнику. Вот знаешь, мы с тобой уже разговаривали, когда ехали. Меня в первую очередь интересовал ценник. Сколько примерно будет стоить? Давай вот, ну, как бы, да, здесь мы никому не мешаем. А коробка, которые шли всегда в Калакс, они также примерно стоили. Под конец. Да. Ну, я по тем ценам, которые мы помним последние. А детский текстиль. Ой, смотри, какой ежик. Не пищит? Нет, не пищит. Пойдем гулять? Да. Выставок. Стандарт, да, для Икеи? Куда пойдем? Слушай, она как будто бы... Нет, давай вот так. Ну, она так же все лабиринтом идет. По стандарту. Уже появляется новогодняя коллекция потихонечку. На первом этаже новогодняя коллекция уже располагает. Ты потом по всем комнаткам? Да, ну по-быстрому давай. Особо не будем сейчас углубляться в каждый интерьер. Мы давай только отмечать будем те моменты, которые мы не видели в нашей российской Икее, и плюс новиночки. Ну, хотя вот это все, в принципе, базис, да? А ты знаешь, я просто думаю, вот наш обзор, он кому будет полезен? Тем, кто, наверное, живет в Белграде? Нет, Таня. Я предполагаю, это больше будет всего ностальгия. Ну, либо ностальжи, да. Красиво. Я уже жалею, что мы не на машине. Меня бы отсюда, наверное, Дима за ногу вытаскивал. Так, ну, понимаешь, всегда что-то заканчивается, и все войны всегда переходят к миру. И я надеюсь, все-таки в каком-то ближайшем будущем мы будем иметь возможность приехать на автомобиле в Европу. Да, может быть, просто Икея в России обратно откроется и все. Так проще. Нам, кстати, задают часто вопрос, откроем ли мы заново доставку Икеи, если Икея откроется. Дим, что ты по этому поводу скажешь? Скорее всего, да, чем нет. Да, у нас даже офис есть. Но я отмечу тот момент, единственное, будет изменение в одном. Мы уже сами не будем сидеть в офисе, никогда. К сожалению. Может быть, для многих. Какое удобное. Мы максимум можем только снимать обзоры. Ну, в принципе, то, чем мы и занимались последние 2 года, с 20 по 22. Да. Слушай, безумно удобное кресло. 15 тысяч динарий. Шикарно просто. Прям очень удобно. Прям такой-то. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Другой звоночек.
Моли се госпоѓа Маја Куртовиќ да се јави на одделение декорација. Хвала. Это у нас... Блин, вот я не знаю, как это правильно говорить. Будет, это новинки или... А мы не знаем. Или это мы то, не это знаем. Это то, чего мы не знаем. Да, вот это... Вот там прозвучало слово декорация. Вот, ну, в принципе, мы же не в декорации. У никого разрешения не спрашивают. Они обязаны. Смотри, какие стоячки. Слушайте, ну... Я немножко посмотрел интернет, и многие блогеры снимали эту Икеи, и проблем не было. Угу. Значит, и не должно и у нас возникнуть. Просто вчера зашли в продуктовый магазин, и Дима фотографировал ребенку. Вкусняшки местные. И к нему подошел охранник и сказал не снимать. Ну, я бесполезный, я тебя не понимать. Я дальше продолжал фотографировать. Слушай, знаешь, какие ощущения необычные во мне для себя? Мы никуда не торопимся. То есть раньше всегда, когда мы приезжали снимать Икеи, даже если это было, это были съемки, например, когда мы уже, у нас были сотрудники, мы плотно занялись Сибирью, все равно было ощущение успеть. Да. Сейчас мы просто выделили время и гуляем. Таня, ну это в двух словах просто. Раньше мы были ограничены временем, сейчас ничем. Целый день мы можем посвятить, выходить в Икеи. Конечно. Поэтому мы такие расслабленные. Интересно, это нарисовали сами? Не, это уже, наверное, уже не, такое слушай, есть. Слушай, можно я такую кружечку тащу? Я в чемодан ее запакую. Я боюсь, мы все не увезем, Татьяна Павловна. К сожалению. Ну, вкусняшка. Я хочу отметить, Татьяна Павловна, вот смотрите, вроде как мы знаем, что это выставлялись по брендбуку, вот интерьера, но все равно характер постановки мебели все равно отличается, чем да. у нас в России. Да. Очень сильно. Ну, они на самом деле уже подстраиваются под страну и делается так, как удобно именно в стране. Наш любимый Фрихотен. Да, 50 почти. Не почти 50. Слушай, смотри, из необычного. Ух ты! Вот это очень вот оригинально. Это кстати, да. У нас угловой. Да, да, да. Потому что у нас в России она была просто без нее. Вот так давайте сделаем. Вот так вот, она вот была. Наш диван только синий цвет. Давай, брат, вернем, чтобы выставить пожить. И вот... этой сосиской можно мамку бить. И папку убить. 9000. А тебя сама не слышит. Я специально ухожу. Да? Слушай, много интересных диванов, которых у нас, например, не было. Расцветка. Модификация. Вообще, давай честно, последний, наверное, год, с 21 года, с диванами в Икее было очень туго. А с наличием, с модом, смотри, даже Вимла есть. Который, то есть очень много из России, то, что уже было выведено. А, Кивик с хорошей ортопедией. У нас уже, то есть, да, я поговорю про у нас уже, подразумевая 20-й год. Ой, 22-й год. Ну, цена хорошая. Я так скажу тебе, как это упало. Слушай, а смотри, какие красивые рыженькие. Блин, вообще контраст с цветом вообще бомбический. Пожалуйста, присядьте. Ой, слушай, он это... У нас кладушка, наверное. Да, 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 потому что здесь это сцепка. А мы будем вандалить с тобой сегодня? Нет, не будем. Вандалить мы не будем, я в длинном платье, поэтому... Жаль. Очень жаль. Мы любим все разобрать. А, кстати, Татьяна, давайте посмотрим вот это кресло. Оцените, пожалуйста. Может быть, она ты оценишь, очень, а я кому-то она очень низкая. Нет, я верю твоей пятой точке. Удобно, но мне не хватает подлокотника. Не слишком ли низко? Нет, слушай, удобно. Я же оцениваю сразу, смогу ли я долго, например, телефон поработать. Не, а вставать и садиться именно вот на такое кресло, как тебе? Вот. Не, ну просто она ниже, чем положено по высоте. Слушай, ну рыжая, конечно. А это надувная тема-то? Нет. Прикольно. Пенополиуретан, да? Да, что-то такое. Вообще. Диванчиков очень много. Мне так хочется в наш офис диванчик. Моя мечта всегда был the best number one. Вот такой вот диванчик. Я не знаю, я был всегда в него влюблен. Да. Он скромный. И, к сожалению, мы очень мало его привозили, потому что цена, блин, вот даже вот для этого магазина. Смотрите, какая цена. Стала, даже давно.
смотрите, какой интересный, красивый. Ой, мультяшка. Ну, диванов, конечно, прям огромное количество. Мультяшка. Вот смотри, какая необычная серия. И, как я понимаю, вот эти подлокотники, они поднимаются. Специально его можно так и так сделать. Ой, к сожалению, мы без петличек, поэтому, возможно, где-то местами Татьяна, может быть, и не слышно. Мы привыкли это разбегаться до километров, потому что у нас был радиомикрофон. А нам сейчас надо с тобой держаться поближе друг к другу. Близенько. Да. Какие-то интересные столики. Кстати, вот такого фейхельба, вот такого и России не было никогда. Да, соглашусь. Потому что эту коллекцию прям хорошо помню. Интересная тележка. Что радует меня? За два года, которые мы с Икеей не соприкасались, бренд, несмотря ни на что, давайте сейчас не будем вообще оценивать мировую ситуацию и прочее, вот просто, несмотря ни на что, бренд растет и развивается. Согласись? Да. Много интересного, много необычного. Ты бы, вот, наверное, вот от такого точно не отказался, как раз в прихожей, да? О, кстати, у нас и был бы по ширине прям месяц с идеалом. Там нет какая-то пространства? Есть, ну-ка, открой, покажи. А я уже открывала. А вот смотри, какой круг. Угу, интересно. Вот смотри, это кресло еще есть в зеленом цвете. Таня, вот это, пожалуйста, кресло прими. Мне так нравится. Выбирать кресло. Вообще. Лучше, чем поинг, качалка именно. Нет, поинг лучше? Примерно одинаково. Я имею в виду вот про это кресло, вот разница между вот этим и поингом. Еще раз. Поинг пружинит под спиной, здесь этого нет. Это разные кресла, их нельзя сравнивать. Ну, она, в принципе, анатомически схожа по этому. Да, то есть сидеть удобно, но они разные. Классика. Не, ну, конечно, выглядит этот цвет бомбический такой, прям хайер. Его хочется кушать. Блин, к сожалению, он не передается полностью, вот эта цветопередача. Это такой насыщенный изумруд. Да. А вот этот, смотри, какой мягенький. Татьяна Павловна, ваша пятая точка сегодня нужна. Нет. Знаешь что, хочется откинуться, по форме сидушки хочется да откинуться, а голова болтается. На ресепшн? Нет? Нет. Я говорю, хочется откинуться, голова болтается, потому что угол такой. Если бы угол был по 90 градусней... Ну, кстати, очень похоже на нижегородский интерьер, только стены в другом цвете. В нижнем, если мне не изменяет память, они, по-моему, бордовые какие-то были, да? Или... Иди сюда, библиотека это была нижняя. Да. Смотри, какой интересный страдмон, как будто велюровая ткань, да? И такое же есть козеточка. Ну, страдмончик, тридцаточку так. Ощутимо. Веселые цены. Ну, скажем так, что-то выросло по цене, что-то осталось на уровне том же. Знаете, мне интересно еще другой момент. Я любил всегда это делать. Стадо есть. Это ты всегда хамил этот шкаф? Да, и теперь буду хамить его. И всегда буду хамить его. Говно. Что ты хотел сказать? Давай вот сюда сразу заходи. Посмотреть полезно. На упаковку. Кто производитель? Это все мой был всегда личный фетиш. Мы это поищем. Это уже мы, по-моему, наблюдали в нижнем. Такой не было. Вот такой? Не похожее что-то было. Похожее было, но именно такой не было. Диванчик с юбочкой, как красивенько. Ну, немножко темновато, конечно. Вот, вот наш любимый Хэмнес. Да, у нас вот такой вот дом уже стоит. А, и напомню, подписчикам мы же говорили во влоге, где мы храним наши сувенирные изделия с разных стран и городов. Вот именно вот в этом шкафу. 43 тысячи. Мы покупали в 2021 году за 19. Да. Ну и Хэмнес мы, к сожалению, по-моему, уже последний рвали, и то через Яндекс.Банк. Нет, мы покупали в 2021 году, мы еще жили в квартире. Когда, не, когда мы жили в квартире. Двойной, именно в нашу спальню. Мы жили в квартире, это был 21 год, покупали вместе. Понятно. С синим диваном. Вы слушайте ее, она все обманывает. Нет. Смотри, Тать. Они, смотри, фасадами обыграли стену. Интересно. Именно. Блин, ну это дорогое удовольствие, я думаю. Что, все равно красиво. Блин, так шумно тут, давайте тебе поближе. Да, фасады. Да, это фасады. Слушай, прикольно. Смотри, какие кресла. Погромче сейчас говорит, музыка прям нормально, баянка.
Если на кухню, то нам. Так, прайс. 19. 600. Забудь такие цифры вообще. 19. За 4 стульчика. Кстати, вот кому-то интересно, смотрите. Да, витрина. Хорошая фрезеровка. Прям... Вот режиссер витрина навсегда была. Я в коричневом, помню. В белом. Но в белом я не помню. Не помню, вот честно признаться скажу. А я скажу, почему-то я не помню. Что в тот момент мы финансово не могли себе позволить купить шкаф за 60 тысяч, поэтому такие вещи мы для себя внимания не обращали. Чтобы плавно течем у нас дизайн интерьера. Отдельно комнатка для работы с клиентами. Что маленькое? Ну, вполне там на двух или на трех человек. Слушай, это у нас что? Комодики. Да, это у нас уже такая зона гостиной, да, начинается. Пожалуйста, блин, у нас. Живее всех живых. Эй, полочка ВАК. Кстати, так она и стоила 1500. Мы, знаешь, что с тобой на Яндексе урывали в прошлом году? Мы с тобой вот эти тумбочки урывали. Стол письменный твой вот. И тумбочки. Ну, я про Хемнес говорил. А я про витрину. Я про Хемнес говорил. А я про витрину. Витрина, да, у нас была уже. Это еще в квартире настала. Я именно про комод говорил, Татьяна Павловна. Ну, мы с тобой не поняли друг друга. Коллаксы. Ну, здесь мало что поменялось. Просто добавилось новое. Интересно, сколько мы с тобой сегодня нашагаем по Икее? 10 тысяч шагов, стандарт. Думаешь? Билли. Вот, кстати, Билли, интересно, давайте сядем. Витриночки. Ой, смотри, этот поддон для обуви желтого цвета. У нас был только серый. Он довольно горчичный, он не желтый. Да, и смотри, какой интересный размер. Половинчатый. Угу. Можно я это в чемодане увезу? Нет. Ну, что я могу в чемодане увезти? Все, что поместилось, остальное оставим. Ну, я какую-нибудь штучку отсюда увезу. Ну, как мне пройти на кассу? Ну, подожди, мы еще к этим штучкам не подошли. Я уже прыгнула. И только сердечко, кстати, может, давайте сердечко подписчикам купим и, как... и разыграем. Как? Хотите ли вы такую штуку? Тогда уж вот так. Не, они в Яндекс.Маркете их продают. Не актуально, не эксклюзивно. А, то есть ты видел такие, да? Да, не эксклюзивно. Пойдем в обеденную. Точно, кто-то чего? С вами согласны. Блин, ну особо изменений не наблюдается. Да, кстати, как будто бы... Пойдем посмотрим, есть ли здесь твой любимый папа стул. Кто помнит? В Турции мы это увидели, да, первый раз? Да. А кто, кстати, не помнит, если он сейчас есть, мы ему покажем. Не-а. Но папа стул был всем папа стул. Ой, смотри, какие интересные бутылки. В Коркине серии. Вот. Угу, баночка. Ну, чтобы это писать, наверное, маркер, да? Там внешняя краска. Маркером подписывать. Угу. Так, чем кормят? У нас карточки кефир с собой. Хорош. Думаешь, она действует? Мне кажется, что по всему миру действует одинаково. И шопский салат. Шопский салат мы так... Так, сейчас смотри. Все, Дим. Чего, чего, Дим? Деревянный. Подвесной. Светильный. Вообще гениально. Давайте из фанеры такой же сделаем. Давай. И повесим на кухню. У нас как раз... Надо запечатлеть какое крепление. Запечатлеть? И, в принципе, я могу повторить. Можешь? Да. Я только... Ну а что, тут фанерка тройка. Дима, у нас лока другом. Можно, можно. Не напугали. Не напугали. Кухонька. Фанерка. О, мой любимый остров. Когда нет возможности в квартире поставить остров, но очень хочется. То можно что? Сделать? Но если его не... Кстати, торцевая столешница, блин, интересно сделано. Я хочу научиться делать в мастерской торцевые доски. Что, чтобы на них можно было резать.
Иногда мне вот, смотрите, давайте в прошлое окунемся. Сунерста. Хочу продолжить. Знаешь, я иногда хожу по Икее и прям, знаешь, как будто я в прошлом. Да? Это вот Нижний Новгород, мы обозреваем очередной зал по кухонькам. Мы что-то обозреваем? Да. Прям, я как будто в прошлом, ровно 2 года назад мы это делали. Последний раз? Да, последний раз. Что ты бегаешь и сделаешь, да? Да. Блин. Блин, это дорого стоит, Таня. Вот это эмоции, вот это чувство. Мы с тобой сколько раз про это говорили, продают в первую очередь эмоции. Кружечку я увезу. Ой, дай себе раскладушку, я посплю тут немножко. Иди поспи в любом случае. Дайте напитаться мне. Ну это же кухня, мы в Казани наблюдали именно, да, вот в деревянном стиле. Саша, вот, ну, если... Кстати, студия, смотри, интересно сделана. Да. Дим, что хочу сказать. Ну вот если бы не сибирская, фиг бы мы сюда приехали. Согласен, ты сам помню. Спонсор показа IKEA Белград, Сибирь, Волос. Ну, это специя, смотри, она наверху, вот там есть как раз, показывается, крутилка на крупность зерна. Да, 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 все правильно. Вот там хочешь помельче крутить, побольше, вот там вот есть крутилочка. А это баночки? Это соусница, или бальзамический уксус туда, ну, или масло. Или перец, что хочешь, да? Да. Красиво. Ну, смотри, как, слушай, прям... О, смотри, для блогеров даже сделали, да? О, суетологи. Слушай, прям такой. А на розетка есть? Да. А, нет, вот. Усбишник. Слушай, прям прилично, да? Блин, надо было включить. А как ты включишь? Некуда? Посолом нет. Здесь только у Биби. Ну, так, это... попробуем в свете найти это. Идем дальше. Вытяжки. Кстати, вытяжек, как в России было, ни о чем, так и... Ну, идите, добавилось раз, два. Две модельки, я смотрю, новых. Остальные все старые. Смотри, кстати, у них все это в моду встало. Тань, нужно узнать информацию. Это у нас массив полностью от и до. Это не шпон. Вот эта штука. Какой ты, как ты узнаешь информацию? У нас языковой барьер. Это как в Нижнем Тане, не захлёшь узнать. Вот, смотрите, видите, вот она вот. Сколы. Блин, не знаю, камера передаст, не передаст. Это массив. Только вот дерево, дерево. Хуй из дерева. Акация. Смотрите. Это у нас резалка. Смотри, какие доски интересные. Кстати, блин, ничего не оригинального. Блин, ну а что тут? Красивенько. Обзор сняли, шлифанули. Через рейс мы спустили. Лазером награвировали IKEA. Кстати, а цена какая? 1000, блин. Я за 800 рублей сделаю. Сделать когда? После мастерской. Ну, у меня просто мало места, я пока не готов к таким объемам. Не, будет, все в будущем будет, ребят, не переживайте. Я сделаю специально группу ВК и со своими хотелками и возможностями. И будем делать под заказ. Мы пока ждем, когда Дмитрий Юрьевич решатся. Я решился, мест нет, мало, правда. На текущем этапе можно что-то делать? Я могу делать только штучный экземпляр. Вот. Серийно, я, к сожалению, пока у меня объемы помещения не позволяют. Вот кто-то у нас будет слушать и скажет, мы с вами ругаемся. А мы не ругаемся, мы конструктивно ведем диалог. А я честно смотрю, что я могу отсюда увести, чтобы ты на меня не ругался? Ну, вы посмотрели на ее лицо? Папа-кружка. Это дитё кружка, Мэсси кружка. Давай для сравнения. Да, без... Я знаю, я не помню. Вот так вот. Сын и кружка, папа кружка. Нет, это Мэсси кружка. А у кого Мэссика нету? У кого нет Мэссика, надо завести Мэссика. Ну а смотри, что теперь даже продают такие. Да. Ну это, конечно, такое себе занятие. Какие красивые баночки. Слушай, адекватно 800. За 5 баночек, за 4 баночки. Интересно, вот эта подсветка Хей. Да, продается 2500.
Давайте посмотрим, что она умеет. Фигня. Можно я чуть-чуть тоже себе поснимаю? Танечка, Танечка, пойдем ко мне сюда, пожалуйста. Я хочу вот наш офис с тобой вот такой вот. Да? Надо где-то его придумать. А у нас есть помещение в центре. Кстати, дай-ка я сравню. У нас вот такое кресло серое, а-ля Икеевское. Ну, она подделка. Нет, да, а-ля Икеевское, Дим наш. Слушай, один в один. Нет. По ощущениям, по сидению, я же на нем много. Да мы же кайфовали, вот когда было оно именно в телячьей коже, в коричневом цвете. Что-то мы кайфовали. Может, тогда с тобой стащи морковки ничего не пробовали. Ну, вот сейчас я, да? Я сейчас понимаю неудобство этого кресла. Во-первых, смотри, вот здесь оно прям пережимает вот эту часть ноги. Хочется либо вот сюда подальше, либо поменьше. И как будто вот, ну, ты съезжаешь с него. Так, если я вспомню, или Яндекс.Маркет, или Озон. Яндекс. Да, Яндекс.Маркет. Яндекс, 16 тысяч. И, кстати, гораздо дешевле я купил его. 16 тысяч. Да. В серой коже мы брали его, да. Как раз под интерьер, офис. Под кабинет. Вот этого товарища я помню, мы снимали тогда, да. В Краснодаре. Стоил, да. 10 тысяч, сейчас здесь, да, 16. Да, я помню. Тоже помню. Мы даже его однажды в шортс запустили, да. Который вы особо не любили тогда. Да и сейчас особо не любим. Пройдите, пожалуйста. Прогуляйтесь. Хороший переговорочек. О, вообще. А, ой, ну, столовая какая переговорка. Ой, мама. Ну это офис такой, да? Но Маркус лучше. Он подширше немножко. Пока. Оставьте меня здесь. Я поработаю, а ты меня вечером заберешь. А так можно, интересно? Можно, но нельзя. Пойдем. Пришел лун, поставил. Я поработаю. А что? Пожалуйста. Кухонька. Кстати, вот это интересный момент. Тут вообще, вот. Дим, это... а-ля офис. Да. Кухня. А я тебе сказал, вот. Да, стоп. Момент с это. Удобно вообще. Да. Так, мы плавно перетекаем во что? В стульчики, в рабочие поверхности. Смотри, какой марк. Удиви. 15. А на Яндексе последний раз видел около 60. Ну, хорош, нет. За 60 тысяч он точно стопой стоит. Интересно, геймерская серия еще продается, Таня? Давай поищем. Я кресло наблюдаю, кстати. А вот оно? Да. А самой серии нет. Наш любимый Фрейд. Кстати, вот кресло еще. Не, ну есть аксессуар, вот остался от геймерской серии. Вот этот аксессуар, подстаканник, подмышку аксессуар остался, да. потом. Вроде и все. Два аксессуара только. Больше я что-то не наблюдаю этого. Значит, не зашла геймерская серия там. Раз они вывели ее. Ну так прошло уже сколько времени-то? Хорошо, прошло времени, но некоторые вещи до сих пор продают. Ну да, нет. Геймерскую изначально заводили как линейку. Икея политика очень простая. Она запускает это в серию, а потом она, да, смотрит по продажам. Если, да, она остается в популярном спросе, да, она остается. Полностью поддерживает предыдущего оратора. Сратора? Сратора? Оратора. 300 рублей. Классика. Подставка интересная. Она разборная, да, так я понял? Нет. А цельная. Она разборная. Она цельная. Ну, она собирается. А, с этой точки зрения, да. Ну, да. Изначально, а как ты ее дальше соберешь? Ну, не знаю, неудобно, я думаю. Спальня. Что? Спальня. Пойдем. Пойдем. Вот она клеечек. Ну, вот мы снимаем вот на эту штуку. Нет, Дим, это наклейка, ну это такое, это не специально. Это такие фасады. Да. Он весь такой.
Да, да, да. Ну вы не меня снимайте, вы интерьеры снимайте. Ну ты когда договоришь, тебя же люди не слышат. Я поэтому а стараюсь меня не надо слушать. Я надо стараюсь просто... поближе к тебе. Надо смотреть глазками. Вот ты куда идешь, я за тобой. Да. Я как веревочка. Ну пойдем в веревочка. Какая постелька. Где можно я постельку возьму? Она маленькая. В рюкзачок положишь. В рюкзачок положу. А там не по интерьеру не покажешь? Пойдем. Иди, иди, иди вперед, я за тобой. Сочетник из элита. Электрический серий. Это что, колонка, наверное, да? Да. Что-то новенькое. Ну и стоит она, кстати, не очень дорого, но она от сети, не от Powerbank. Хочешь такой постель? Успокойся. Она сейчас весь магазин скупит. Я еще ничего вообще в руки не взяла. Мне можно что-нибудь отсюда будет взять? Сегодня? Да. Только одну штучку. А, и выберешь ты, да? Да. Нет. Все правильно. Я что-нибудь возьму. Нахуй. Смотри, как красиво. Вот идеальное рабочее место для меня. Вот. Так, уборная, поспать. Вот рабочее и место. И поработать. Вот рабочее место для меня. Это уже не рабочее место. Да. Это мое рабочее? Вот рабочее место. Горчичная. Желтая. Горчичная. 50 тысяч. На этом. Бог Швеции. Ой, Саша, потрогай на ощупь. Интересно. Можно? Не нужно. Ну, Дима. Тебя сейчас женщины, все женщины Ютуба ненавидят. Я как-нибудь выдержу этот момент. Почувствуйте ощущения. Ой, смотри, тут старая-старая коллекция постельки. Ну, подушки, одеяла нет смысла показывать. Их много, как обычно, потому что это надо разворот, обзор и так далее. А мы просто гуляем. Смотри, какой красивый интерьер. Вот почему наша комната похожа на икеевскую? Потому что у нас все плотненько. У детей комната на икеевские не похожа. У них там очень много свободного пространства. Надо срочно чем-то забить, чтобы была аллея Икеи. Ну, вот обратите внимание, ведь практически нет свободных сантиметров, да? Да, да. Вот, смотри, смотри, насколько все. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, ты немножко не права. Тут используется по максимуму все свободные площади, чтобы показать, возможно, изюминку в интерьере, который тебе понравится. Да, лицом. Да. В реальности, конечно, вот так забивать, это слишком нагружать эту комнату, да. Бревенцы. Они у нас еще живы, вставай. Да. О, такой шкаф. Ну, они прям какой-то такие полупримитивные. Любимые паксы. О. А, я знаю, куда ты идешь. Ты на склад идешь, тебе же интересно посмотреть. Нет, я в электрику иду больше всего. Мне интересно, что же там нового. В свете. Очень мне это любопытно. Ну и, допустим, еще мне будет интересно посмотреть, где картина, постера, где все вот эти штучки интерьерные. Там больше всего я всегда покупал статуэточки, вот эти штучки. Да. А, вот в чем дело. Ты сейчас какую-нибудь статуэточку хватишь. Нет, давай по-честному сделаем прямо на камеру. Я одну предмету, и ты одну предмету. Так будет честно. Иначе так как я глава семьи, значит два предмета. Я сумкой сейчас драться буду. Делись как хочешь, но мне показывай. Два.
Вот это, кстати, очень давно, да, туалетный столик в Римус России вышел. Он прям был очень популярным. Его, помнишь, в основном дарили на Новый год или на день рождения? Девочкам. Девочкам, да. Хэмус туалетный столик. Вот это, кстати, очень, очень популярно было там. Мы ее пачками возили. Что красивое я покажу. Можно? Допустим. Допустим. Смотри, какие реалистичные животные. Ну, не знаю. Ну, черепаху, мою какая добрая. Ну, акула от меня уже не в моде. Вот это можно, я даже на голову можно надеть. И пугать людей. Может, когда-то станет скоро модно. Как квадробинг. Дима. А вот, смотри, какой этот. Он застегивается. С потайным карманом. Да. И вот наборчик из 5 игрушек. Тысяча рублей. А ты что с собой увезешь? А я сейчас посмотрю. А я что с собой увезешь? То, что я посмотрю. Вообще нечестно. Куча детской постельки. Кстати, очень много то, что было. Мина, 15 тысяч. Цвет интересный, синий-голубой. Ну смотри, общество, давай посмотрим, цирк этот. Таня, разбирается, посмотрите, пожалуйста. Сейчас. Да, он на липучке. Ну, вот такая игруха получается. А, а-ля подушка. Да, да, подушка, циркушка. Угу. Да, мы же в разделе подушек с тобой находимся. Ну, смотри, пока мы с тобой ходим, мы, в принципе, уже половину магазина, можно сказать, прошли. Да, сейчас по уму должен быть рестик, если вот и так. И по первому впечатлению, ну, где-то 40% ассортимент обновился по сравнению с тем нашим последним обзором, да, за 2 года. Ну, значит, такие работают. Не все еще потеряно. Ну, мы с тобой про это шли и говорили, что пойдем потихоньку, что отрадно это видеть, что бренд растет, развивается, несмотря ни на что. Да. А сколько говорил злопыхатели, что после смерти основателя все это загнется, никому это не нужно будет, дети распродадут все акции. Нет, все работает. Дима, вот это что, это коврик? Мышка или нет? Ну, это, наверное, под рисование, под творчество, наверное, под ножку, скорее всего. Что-то бледные стали они. Ну, а у них же все время цвета раньше тоже менялись. Слушай, много чего интересного детского. Смотри, какая подушка. Это, подожди, а что? Это для маленьких что-то? Это какая-то наложка. Она трансформер какой-то тут. Детеныша садить, что ли, сюда? Не знаю. Как будто подножки вот эта история, да? Это наложка. Просто это наложка. Нет, что-то какой-то у нее тайный смысл есть. Вот регулиер зеленый. Красиво. А вот это что такое? Ой, смотри. Это детская пеленалочка. Но при этом сюда можно... Ручки-ножки, да, а это... Не слишком это ли мало? Нет, для грудничка. Это грудничковая история. Когда надо памперс поменять. Забыл отец двоих детей чуть такое. Да, было это в далеком прошлом. 10 лет назад, да? Да. И то это было переодевание памперсов в машине. При езде. В Икее. Было весело, да. Малой мастерники такие. Слушай, ну очень достойный ценник. Вот теперь, когда у нас есть собака, я понимаю владельцев животных, почему они покупали игрушки для животных. Дим, 300 рублей мячик. Вообще не жалко. Не, да. И он безопасный полностью, все нитки вовнутрь. Мы покупаем дороже в зоомагазинах игрушки. Можно мне 2 штучки? Можно, можно? 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 Вот таких вот. Молчи. Бери вот 2 штучки. Нет. Молчи. Знаете, почему молчи? Смотрите. Пазл серии вот этот. Она еще продает. Ну это вот через термобусики. И полностью вся коллекция Лего. Кстати, сколько людей говорило на это.
не будет популярна, так как есть оригинал. Нифига подобного, оно что продается. Как продавалось, так и продается. Кстати, за адекватные деньги. И я думаю, может быть, что-то они добавили, нет? Я что-то смотрю, но что-то нового я не нахожу. Да, по-моему, все то же самое. Все то же самое, все в том же количестве продается. Ну что, мы к вам зайдем к ресторану, можно с вами? Смотрите, как интересно, панорамные окна в рестике. Вот это красиво. Фактурно, объемно. Ой, а это что такое? Это хранение карандашей, органайзер. О, слушай, можно я такой Аленке возьму? Таня, ну нашей что? Аленке ничего не поможет. Надо вот, наверное, вот такую вот одну штуку купить. Она заодно и служит планшетом для рисования. Если она вам расхотелось рисовать, вы просто берете и закрываете ее. Вот так вот, раз. Она на магнитиках. Вот, все. Все карандаши, все бумажечки сложены. Но опять же, это не для наших детей. Мы обедать сейчас пойдем? Потом, мы же снимаем обзор. Пойдете в посуду? Да, кстати, очень тупо напоминает. Да. О, мои любимые печенье в ушке. Тебе не разрешаешь ничего? Я тебе не разрешаю. Печенюшки? Печенюшки можно съесть сейчас. Нет. От них жопу растет. Я это... Здравствуйте. Мы вышли. Вышли? Значит, надо в другую сторону идти. Я просто сразу вам предвещаю субботний день, даже утро, да, когда нам будет собирать вещи в чемодан. Дима, ничего не лезет. Сядь на меня. Закрой чемодан. Меня не надо садиться. Я же знаю, что вы заканчиваете. Вот две маленьких вот таких тютюльки, тебе как раз способны. Вот как раз вот эти тютюльки не будут заладить. Ну, так, это гальюна. Ну, так, ребят, давайте мы сейчас на паузу и будем разбираться, куда мы попали все. Нашли. Оказывается, все намного проще, чем кажется. Это все расположение одинаково, как в Турции. На первом этаже масс-маркет. Как в Икее, Стамбул. Я теперь понимаю, где девочек, которые в Икею приезжали раз в год. Да. И их мужья за ухо из Икеи вытаскивали. Я теперь понимаю. Раньше у меня такого не было, потому что Икея всегда была в доступе, и такой какой-то необходимости, ну, господи. Ой, дорогой шпагат. Я не знаю, что ты делаешь, но мне это надо. Тебе это не надо, забудь. Как тяжело жить, когда муж жаден говядину. Так, ну если мы приехали бы на машине, я бы тебе немножко дал позволить фантазии своей разгуляться. Мы ограничены. Вместе в багаж. Не, если в сумочку поместится, что-то лишнее. Поместится. У меня еще есть рюкзак. Нет, я на самом деле хочу, чтобы вот без шуток, если вот шутки сейчас отставить ржачные, я хочу что-нибудь прям маленькое такое. И, кстати, пойдем ножи посмотрим. Вот если ножи, кстати, да. Есть, да, 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 Татьяна Павловна, это мой самый главный фитиш. Слушай, вот я все думаю, как сербы трут брынзу. Вот не на такое или когда ничего никуда не прилипает? Да, похоже, кстати. Да? Есть момент, кстати. Ой, и кстати, по зерну, я думаю, да. Дима, это что? Это крышки открывать. А может вот такой? Зажим. Может вот такой взять? Давай мы обзор снимем и потом давай походим, еще раз подумаем, а что же нам надо. А потом Дима сделает по-другому. Он меня сходит, пообедает, и я уже больше ничего не буду. Или так. Где ножи, ножи, ножи? Пойдем. Нет, на самом деле я бы увезла либо что-то очень маленькое, плоское, чтобы место не занималось в чемодане, либо что-то текстильное. А я бы ножик, если сейчас он будет тут из дамасской стали. За любые деньги бы купил, да? Ну, не за любые, но купил бы. Пойдем. Я что-то не нахожу, где ножи? Пойдем искать ножи, заодно пойдем пошли. А вот, кстати, все, мы пришли. А нету. Увы, ах. Нету. Или это как? Поилка? Да, как типа термокружки? Ну, да, кстати, смотри, здесь у нее... Ну ее сложно назвать термокружкой, это, наверное, может витаминки и водичку сюда может сложить. Кстати. Че, нет ножей? Нет. Ну ножи есть, но дамаск стал, к сожалению. Твоих любимых нету? Блин, я с тобой хожу и все забываю. Свое главное любимое занятие. Хуин-производитель. Китай.
Вот таких я обращаю внимание, прям отдельно, похоже, серия появилась. Кстати, ребята, вот подскажите, пожалуйста, в комментариях, интересен ли вам вот такой вот, ну не знаю, поднос для пиццы, именно фрезерованный под кусочки? Интересно. Мне очень это важно для мастерства будущего. Только погромче скажите, пожалуйста. Мы плавненько перетекли в женский рай. Что-то как-то воспоминания не очень. Как вспомнишь все эти тарелки? Это что? Соусница, нет? Набор 1700 стоит из двух штук. Охуенный производитель. Чина? Нормально, про IKEA произвести, переименовать модель чину. Смотри, какая лопатка интересная, креативно сделана. Ага. Тебе нравится такая штучка? Нет. Давайте я такой сделаю из мореного дуба. Давай, завтра. Дайте я сфотографирую на будущее. Вот это я Татьяне сделаю. А салфеток под приборы по минимуму. Вот тут я не вижу доминок. Я их не замечаю. Может, они были где-то есть, но в глаза они не бросаются. А прям глобально нет, не бросаются в глаза. Все такое, как-то что-то усредненное. Кофеек остался вот в продаже. Как за этими кружками гонялись под конец уже и никто их не привозил. Кстати, вот такой штуки не было. Мерная. Но... Так, и объем у нас какой не написано? Для кофе. Кстати, а вот это вот, это липресс, это что это? Нет. Она из двух частей состоит. Где? Вот она. А вот это что тогда? Это что-то другое, вот она, смотри. Блин, ну я же отсюда достал ее. Где-то это не стоит. Необычно. Угу. Можно вот такую взять? Ну вот единственный минус вот этих чашек, она все изнутри ложечки и стирается, и темнеет. И это, да, имеет. Это временный характер вот этого. Так, все стандартно. Ну, из посуды мы переплыли в подушечки, в шторочки, в тряпочки всякие разненькие. Пойдем вон туда, сходим. Ну, вот, я посмотрю, сколько мы шагов. Чехлы для подушек, ты имеешь в виду? Да, смотри. Тут, кстати, 70 на 70. Сколько? В России такого не было никогда, прям больших. У нас в основном 50 на 70. Слушай, и что хочу отметить, здесь очень много старых коллекций, которые у нас выходили из ассортимента, а здесь они продаются. Мне интересно, мы прошли полмагазина, я специально засекала, кстати, немного, 3000 шагов. Слезы. Для нас это слезы. Да, мы здесь что-то по Белграду как сраные веники бегаем. Пледы. Кстати, есть очень интересные эти экземпляры. Вот мне оранжевый понравился. Подойдите к нему, пожалуйста. Вот этот? Да. О, слушай, красивый. Необычный лохматый. Ага. А вот, смотри, прям шар. Так, идем, кстати, к шторам. И мне интересен момент по поводу блэкаута. У нас спор зашел. Так как мы с Татьяной Павловной смотрим на здание именно. И в 70% окошки имеют жалюзи 100%, вот, закрывает окошко. Вот, получается, они не знают, что такое блэкаут. Вот, пожалуйста, маньку. И кто живет в Белграде, пожалуйста, объясните, пожалуйста, зачем столько много до окошек жалюзей? Да. С внешней стороны именно. Даже на пятых, в любых этажах, без разницы. Неужели это все просто от солнца? Нам прям стало любопытно. Да, это любопытный факт. Штор немного.
сравнению с Россией, прям мало, я бы даже сказала. Вот поэтому, наверное, и жалюзи от солнышка. Можно. Скорее всего. Ну, что мне понравилось? Интересно, нет, необычно. Тань, штор все ровно так, ровно столько же, но смотри, очень грамотное расположение. Не то, что как бы сделали в нижнем, они все одним рядом идут. Смотрите, тут именно серые, темно-серые по оттенкам, они все разложены. Прямо вот смотрите, давай сейчас в другой подойду. Подсеком разложены. Вот, давай, дальше. Нет, мы не туда зашли. Вот, вот. Да. Вот я еще раз вам покажу. Вот. Тут теплые тона. Тут вот кружавчики и так далее. Постельные тона. Я здесь пойдем. Да. Вот это грамотно, блин. Да, и вот очень, отдельно, очень и вся тюлька отдельно. Прям уважаю. Вот. Беленькие. Ты не ходишь, не, ты не перебираешь каждую штору, да, чтобы посмотреть. Тебе нужны белые, подошел, выбрал. Это время. И, соответственно, ты можешь их сравнить. Вот в одном отделе, где все светлые белые тюльки. Что-то мне сразу дома захотелось шторки поменять. Нет, забудь. Нет, у Алены надо поменять. У Алены, да. Это я согласен. Из асфальта ездил, что? Из асфальта. Из бетона. Постельки. Бетонную кладку. Много. Много и красивеньких, много. Но ценники вообще на постель везде. На хлопок же в среднем на текстиль цены по всему миру выросли. Смотри, вот эта новинка, а это нифига, это очень долго в России вот эта коллекция была. Угу. Только вместо розового был с красным кантиком. Хуин. Пакистан. Ну как, я потрогал, он красный. Италия. Ну, смотри, как интересно. Необычненько. У нас не было такого. Раша. Италия. У нас за место Италии была, наверное, Иванова, Россия. Шуя? Да. Как тебе гуляется? Наш пледик. Любимый, причем. Очень хороший, кстати. Это, наверное, самый лучший из пледов, который... Неубиваемый. Он много лет у нас, и он как новый. Вот, прямо смотрите. Если хотите через Яндекс.Маркет заказывать, берите. Именно Индира называется. Топ. Плед. Топычки. Я тебя нашла. Рубль. Ну, не знаю, не знаю. Ребят, что как-то сам... скажите в комментариях, ну это... Оно стоит там? Нет, это за предел цена. За тапочки 1000 рублей, нет. Вот. Это подтяжки. Чтобы простынка не бегала. Это чтобы когда ты спишь и бегаешь по кровати. Подожди. Объясни мне этот момент. Ну. Это обычная простыня. Как ты будешь ее застегивать изнутри прищепками? Это надо весь матрас получается поднимать. Да, нужен муж для этого. Муж уже будет на работе зарабатывать деньги, а жена пускай покупает именно вот такие вот. И в доме будет... Мир тише гладь. Да. Ну это, конечно, тогда тема такая. Красивенько. Тебе красивенько? Нет, я еще в прошлом так. Да? Да. Ты поэтому мне не разрешаешь ничего купить? Да. Да? Да. Да. Тебя Дима зовут? Да. Ты мальчик? Ущипните меня. За ягодицу. Ой, с удовольствием. Если сейчас Дима заматерится, придется... Или хотя сейчас уже все равно, можно и материться. Так, ну что, плавно перетекаем в раздел ванны. Все по классике, из текстиля в ванну. В ванну мы должны перетечь в освещение, потом в проекте. Татьяна Любин. Любимая форма ванны у Татьяны. Вот такая именно овальная. Знаешь? Да, я не знала. А я знаю. Она просто до этого не дошла. А так красиво. Иди к себе. Почти наша. Вот. Ну, если стены сделать цветом... Подожди, у нас покрашено в тик. Что у нас покрашено в тик? Ой, вагонка, вагонка из лиственницы у нас. Вот заместо этого серого, да? Заместо серой стены у нас вагонка штиль из лиственницы. Остальное все в серой плитке. Покрашенное морилкой типа тик.
Нет, где там тик? Ну что, ванну. Всякие, смотри, вот здесь вот вообще ничего не изменилось. Да я тоже. Коврики зеленые, крокодилы там продавались, так и продаются. Все то же самое. Да. Потом? Под зубные щетки и дозатор. А мне вот этот любопытный предмет, Таня. Что делать? О, ну это вешалка. Неужели это работает? Да. Неужели это не ломается? Ну слушай, оно прям крепко. Она подвязана, да? Ну так ты... Подожди. Его... Блин, распаковывать неохота. Просто я вангую, вот это да. Она через щеток... И что туда засунуть? На ПВА клей заклеит. А это вот... Поэтому... А это мишура все. Конечно, веревочки, мишурки. А изначально смотрится, как будто она чисто на веревочках держится. Ой, смотри, какие красивенькие. Вот веселенькие, да? Да. Вот нам надо на стену, наверное, какие-то вот волшебные крючочки. Нам, да, кстати, не хватает. Хранение. Блин, ну все то же самое. Да, кстати, прям вот... Мы зашли изначально, знаете, это как бы новые диваны увидели, много да. Новых кресел, да? Блин, хранение подводит нас. Ну все не подводит, самое. Те же оттенки, ну поход, смотри, ну давай так, минимализм, удобство, оно все как было у Икеи, так оно и есть. А контейнеры, контейнеры с Амла, это вообще без комментариев, в России появились аналоги, но за дикие деньги. У нас ребенок за 1500 на Валберсе купил маленький контейнер, который стоит 100 динарий. Я помню, это были вопросы постоянно, один из популярных вопросов у нас, когда мы еще возили Икею. А как вы переводите хрупкие тарелочки, свечки и прочую лабуду, такую, которую можно легко сломать под коробкой? Само. Само легко. И штабилировали в да. Машине и закрепляли. Нет, есть то, что добавилось. Давай так. Есть база, да, которая неизменна, а есть то, что добавилось. Смотри, какая интересная штука. Смотри, кстати, вот. Любопытные изделия. Да. То есть платформа. На эту платформу ставишь контейнеры, как еще вина, да? И за веревочку поставишь. Вот они все. Разные высоты можно поставить. Ой, мы уже к свету подходим. Вот там сейчас я оторвусь. Буду смотреть очень внимательно. Там я тебе не нужна. Да? Ну местами только не понадобишься в любом случае. Зачем? Какая сучка. Радужная? Ага. Вот я такой решаю тебе взять. Спасибо. Я лучше строгу возьму. Кстати, вот светильник интересно сделал, надел. Ну иди, открывайся. Нет, я просто изыскиваю что-то такое небольшое и приколюху какую-нибудь электрическую. Зачем? С собой взять. Началось. Ребята, я что нашел? Таня. Давай полюбопытствуем с тобой вместе и скажем, что это такое? Это, наверное, под телефон, наверное. Да, это мой под телефон. 300 рублей. Да, под телефон. Оно как раз да. Имеет различные пазы. Давайте продемонстрируем. Ну да. Жаль, что я это не возьму с собой. Почему? Неудобно, кстати. Видишь, он искажает. То есть, думаешь? Угу. Значит, идем дальше. Светильничек интересный. А если тот свет... А вот такой у нас есть на старом складе, не распакованный даже. Блин, хороший еще. А если у нас бетон задорого тут? Бетон задорого в оформлении? Нет, он был. Однажды какой-то светильник был с бетоном задорого. Нет, нет, не похоже. Да, бетон задорого. Да нет, я ошибся. Бюджетненько.
тебя потеряла. Он работает? Да, смотри. Смотри, какая колоночка. 1199. Ну, она 5-ваттная, наверное, да? Давайте посмотрим, есть вообще какая-нибудь характеристика. Блин, на этом свете она это. Ты хочешь такую колоночку вести? Ой, смотри, какие классные. Не написано вообще мощность. Ребята, из новинок. Колонка светильник. Орёт как. Стекло ручной работы. Ну, так, звучит интересно, да. Кстати, прям так. И красиво в интерьере. Знаете, это а-ля Алиса, ну только которая светится. Да, красиво в интерьере. Так, вот эта колоночка, вот эта. Блин, сейчас законнектится, я посмотрю, как она это работает по звуку. Давайте попробуем. По-другому, знаешь что? Мы из света... Так, это пауза плюс. Мы из света должны были попасть в хранение. Вот включается свет. Ты слышишь меня? Пил. А как блюпуп посадить? Поговорили. Она должна как-то пикнуть. Давайте посмотрим. Сейчас я его разберусь и вам покажу. Так, неплохо разобрался подключение этой колонки. Ну, инструкции рядом нет, и коробку я не хочу уже это разбирать. Но единственный интересный момент. Смотрите, есть торшер. Именно вот эта колонка. И, допустим, настольный светильник колонка, да, так назовем. И они между собой спариваются, создавая в комнате, блядь, ну хороший звук. Вот я точно стою, прям, ну, очень интересно прям звучит. Если вот эту тему раскидать, они между собой спариваются, по-моему, я смотрю, они где-то три колонки орут, они между собой кто-то спарил их. Три колонки работают. Вот. Вот кто-то незаметно для меня их переключает. Музыку. Вот, три колонки одинаково работают. Звук достойный, блин. И вот по цене. Ох, Нирвана, ребята, блин, ну знаете, что включается? 16 тысяч. В принципе, я готов потратить 30 тысяч в комнату, чтобы прям такая атмосфера интересная была. Татьяна Павловна, как тебе по звуку? Хорошо, у меня такой, знаешь, вот. Я не люблю громкие звуки. Да, нет лишних басов и верхов. Такая хорошая серединочка прям. Чтобы фоном где-то, да, в комнате фон хороший. Ну, у нас, давайте так, почему я даже особо не реагирую на эту историю? У нас Дима за эту историю отвечает, поэтому я в этом никак не понимаю. Вот по мне красивенько, все. А для меня звучит хорошо. Вот каждому свое. Смотрите, это вот. Пойдем дальше. Пойдем, я заявку в ДЭК отправляю. Ну, кому чего, она успевает, Татьяна Павловна, у нас и обзор одновременно снять, и отправить заявку в магазин. О, так, это что? Это что? Ты я кто? Знаю, как да? Тебя зовут? А, это беспроводная включалка. Круто. Это беспроводная включалка. Смотри, по очереди, да? Да. Стой. Вот, наверное, самая умная розетка. Слушай, и она спаривается с переключалкой. Переключалка получается 1000 и 1300 сама розетка. Есть дешевле аналог. Не напугали. Понятно. Так, что у нас еще по электричеству? Обратите внимание, насколько Диме нравится отдел света. Он здесь застревает просто. Смотри, это что? Ну это тоже колонка Bluepoop, столик. И она, кстати, тоже спаривается вот с этой. Деревянная. Со светом. Как считаешь, 23 тысячи? Ну, если это чисто дерево, да, да, кстати, дерево, вот видите, вот дерево. Склейка, да? Да. Нет, Таня, это очиститель воздуха, походу, смотри, вот. Господи, что это очиститель воздуха. Сейчас. Это очиститель воздуха. Сейчас переводчик включу. Я тебе точно говорю, потому что я где-то видел фильтр. Вот он, смотрите, вот тут фильтр. Вот фильтр. И вот фильтра. Перевод с сербского. Введите текст. Да по любасу, я точно чую. Стол как? С очистителем воздуха. Как обычно, прав. Никакой инструкции не надо. Никакую. Где инструкцию не надо? Свет. Это освещение. Свет в ванну. Ну, это уже классика. Лё, это да. Даже разговаривать про нее не хочу. Даже пойдем, да? Вот, и сейчас... кстати, новенькая. Ох, смотрите. Таня, пожалуйста, переведите, это что? Его как кушать? С чем? LED. Вот это требует уже перевода. Светодиодный
настенный светильник, имеет 5 встроенных световых программ. Выберите ту, которая вам больше нравится, или позвольте меняться автоматически. Уже раздолбали. Он не работает. Он не работает. Сербы сломали. Это не я. Куда, кстати, мне понравился этот зеркало? Может, прихожку, а? Иди сюда. Нет, я не успела. Значит, опоздала. Пойдемте дальше. Вот я коровок вижу, живых, да. Ой, не живых, а то, что от них осталось. Да, 23 тысячи. А вот именно персидские ковры где? Где, посмотрим? Чё-то я не нахожу. Да там же они вон висят. Вот они где. Угу. Вот за стеллажа не было видно. 200 тысяч. Как вам коврик за 200 тысяч? Ручная работа, нет, там нет маркировки. Ну, по логике должно быть. Ой, Дима, как-то шкурками сильно пахнет. А, запах. Мягкая коровка была раньше. Мягенькая коровка раньше была. Что-то прям сильно. Очень значительно обновился ассортимент ковров, да, что-то в этом... регионе, можно сказать, в стране очень любят ковры. А, кстати, я бы это подтвердила по апартаментам, где мы живем. Коврики везде, кроме кухни. Прям очень много, считаю, практически 100% обновлений. Ну, не практически, но... Ну, много чего. Ну, 70%. Вот как мы уже говорили, есть базис, который продавался, продается и будет продаваться. И, соответственно, смена коллекции. Склад. Мы скоро к нему придем. Ой. Котики, коврики. Не, ну есть, конечно, классика неизменная, да. Именно вот это вот. Бамбуковый ворс, по-моему, так? Или кокосовый, кокосовый, да-да-да. Ну что, вы любимая идея? Ах, ребята, мы сейчас с вами полностью погрузимся в интерьерные штучки. Ну, идите с Димой, а я вас подожду. Не-не-не, пойдем, не стесняйся. Нет, не стесняться. Классика. 499. Классика. 179. Вот интересный. Пойдемте по картинам пробежимся. Смотри-ка, он еще продается у нас. Слушай, это Пикассо? Ну, это говорю, он еще продается. Да. Мона Лиза. Почти оригинал. Классику решили попадать. Почти оригинал. Будем за экраном? Не-не-не, мы давайте сначала посмотрим вот тут. Эх, тань, смотри, что есть. Их, к сожалению, в развернутом состоянии нет. Давайте так поближе. Интересно. Вот конечки, кстати, интересно. Мурманск. Почти, да. Да, Китон. Тереберка. Мы там были. Так. Буквально недавно. Все новое, считаю, вот, да? Да я вынесла что-то новое, вот посмотрите. Потом, кстати, вертикальное, не горизонтальное расположение, а вертикальное расположение постера. Дим, сейчас. Вот это было, по-моему? Нет, не помню. Там впереди. Вот олень, я помню, был. Олень оставался, цветочки, белый квадрат, не помню. Ну, ребят, извините, это моя слабость. У меня все равно осталось 3 постера в загашнике в нашем офисе в центре. Я никому не отдаю. У меня еще 3, прямо они еще в тубе лежат. Я их еще не развернул. Слушай, ну зеркала-то все равно достойный ценник. Вы в Леруа купили Наде зеркало за 16 тысяч большое. Но этот был зеркало у нас за 16 тысяч, по-моему, с какой-то подсветкой. Да. Там что-то там нереальные какие-то технологии были. Ну, это никто не использовал, но просто это как зеркало. Да.
красиво. Сколько лет уже вот этому зеркалу? До сих пор помню, когда мы первый раз его везли, оно что-то стоило... Нет, нет, вот это я помню. Я, вот это Хоббит. Вот это зеркало огромное. У нас, когда грузчики его несли на второй этаж клиенту, матерились, на чем свет стоял. Кстати, кто смотри. Не знает, кто не знает, Дим. Кто не знает, что зеркала, которые имеют большое там на поле зеркало, настенные зеркала большого размера, они немножко людей стройнят. Стройнят. Поэтому... Смотри, какой наборчик интересный. Нет, не мой размерчик. Можно покупать профессиональную. Деда Дима проснулся. Пойдем, так, свечки. Ну проходи, я догоню тебя. А, понятно. Я что-то хочу посмотреть, надо просто идти, а ты за мной сходи. Да. Смотри, какой интересный. Ну да. Кстати, вот смотри, сейчас запахи именно свечек, от душек. Сейчас тебя не бесит, как нет, раньше? Нет. Я тебе помнишь, как раньше чихала? Да. Вот это, конечно, не довезу, вот такой можно. А почему, потом еще раз пойдем, что ли? Я не знаю. Честно признался сказать, я еще пока для себя что-то не выбрал такое, прям вот, ах, все, я ее беру. Что, можно и на кассе что-нибудь цапнуть, просто на палец маленькое, да? Смотри, золотое яблоко. Свечка. Ага. Не открывается. Запаяли. Ну, лаванда. Вот и как-то попахивает. Хорош, да? Пробирает прямо до костей. Так, свечки. Ой, какая штучка. Глушилка. Да? Давайте посмотрим, они ароматические? Не очень. Нет, они не ароматические. Смотри, отдушка. Помнишь, доска была? Только да. Это зелененькая. Вот другой сбор. Да. Ёлочки. Ёлки, кстати, в Икее вот всегда они были. У нас большая такая ёлка с полиуретановыми иголками, с полностью эффектом, что это живая ель. Цветов очень мало, здесь там дальше есть. О, вот это должно быть просто что-то бомбическое. А вот маленький стаканчик, посмотри. Живой ягоды? Блин, вот этот запах. Знаешь, вот как будто вот только что собрал, ага. И ведром носом клюнул. Да, вообще вкусно. О, блин. Одобряем. Да, значит, их тут не любят. Ой, пойдем, часики у нас. Были, ой, и белые, и розовые. Каких они только цветов не были. Ага. Ручная работа, напомню. У да. нас такие есть. Я очень люблю ручную работу. Все, что делается руками, это вдвойне ценней, чем машиной. Статгольмики еще живы. Ну, он маленький. Был большой, хороший. Зеленушек достаточно, а вот таких вот букетных мало. Вот даже что продается. В России уже 100 лет ее до закрытия ее уже не продавали. Кстати, во многих кафешках видел, да, у нас стоит? Да, много да, этой зелени. Да, да. Ой, сколько у нас на Саранск этого скупил, вот этой зеленухи. Неописуемое количество. Кашпушечки. Елочки, помнишь эти ёршики? Приятность полезна. Да. А есть ли моя любимое растение? Мухоловка? Мухоловка моя. Мухоловка? Чуть не видно твоей мухоловки. Она должна в коробочке быть, иначе убежит. Да. Слушай, что-то не видно. Мы дошли к станции, Дмитрий Юрьевич, до склада. Вот и все. Подожди, это живой. Да, да, да. Она вышла там, в пакетике. Если ты мне не разрешишь купить две штучки, я тебя заберу. Бери вот эти две штучки, пошли.
Смотрите, как интересно это искусство сделали. Сплели. Живой. Живой, говорю. Но оно уже изначально было маленькое, и не сплетали. Вот оно и выросло. Нет, слушай, это живые цветы прям вообще офигительные. И за очень низкие ценники. Смотри, Дим. Юка. 4000 динамов. 4000 это по-нашему. У нас побольше бы стоило. Да, дороже было бы. Так, вот он самый бюджетный. Вот и, пожалуйста, Татьяна Павловна, можешь себе позволить все. Да ты что? Да. Буквально все. Купим мне барилочку заодно. У нас вот такого давно, да? Для ухода за кожей, за мебелью кожаной. Угу. Тебе нужна мариночка? Нет, нет. Это все совершенно продается в других магазинах. Нет, на самом деле, слушай, нам ведь часто вопрос такой задавали, когда мы дома обустраивали. Сильно ли мы страдали? Да, кстати, не особо. Замены всегда есть. Вот. Просто вот прошло 2 года, так как Икея ушла. Да блин, вот да жить-то можно, ребят. Вот это, жить, наверное, можно. Бы я прицепила. Хотя надо посмотреть. Пойди на Яндексе, стоит те же 400 рублей, да? Вести, да. Не надо. Так, ну что, Дмитрий Юрьевич Просин, мы с вами на берем сказ. Тележечку. А вот здесь, кстати, как в Екатеринбурге? Я не знаю. Склад, ну везде склад. Нет, видишь, вот так, сначала и туда. То есть не в глубину, а туда. Ты снимаешь? Да, я тебя снимаю, хочешь? Ой, Теодорос, вот это, кстати, отлично. Это самые лучшие рабочие стулья. Самые удобные, самые безопасные. Угу. Слушай, ну ностальжи, конечно. Мы будем внимание уделять новогодней серии с тобой? Давай покажем. Там зелененькие Дед Морозики есть. Да ладно, пошли. Пойдем, пойдем смотреть. Вон они. Ну давай пробежимся мы с тобой. Давай. Сколько уж по времени мы снимали. Смотри, вот таких в России не было никогда. С руками. Они были это. Урезанные, вот так, урезанные, да, версии были, да, у нас. Даже с ремнем. Да. Так, шарики, елочки. Так, давай, Татьяна Павловна, мы поступим следующим образом. У меня уже вторая батареечка садится. Угу. Ты сейчас по-быстрому пробежишься, посмотришь. Я уже ничего не хочу. Хочешь, очень хочешь. Угу. Зрители ждут этого момента. И ты отметишь самые интересные моменты. Не пропадай.